Всем доброе утро, мы буксуем. Ну и санки, да, не возьмешь? Если только те, которые улицы не убранные. Ну, здесь пройдет там. Да, там будет уже чисто. А здесь явно не убирается нормально. Дорога ни о чем. Месиво какое-то непонятное. Мы сейчас на Московскую. Но нам где-то минут 30-40 топать. Я Андрей говорю. Он говорит, бежим. Я говорю, давай, все, ты тащишь. Тяжело уже катить. Там все, коляска проседает с весом. Яру закутали. Яра хрюкает. Че вчера, где там нанюкался, че там нажракался? Не знаю. У нас пока вот этого самоконтроля вообще нету никакого. Более, говорит, там был лимонад Андрея оставался. Он ему понадобился допивать. Ну, это вот вчера она говорила. А его, если он что-то решит с ним спорить, только если не я, так остальным вообще спорить бесполезно. Я так понимаю, вот он это не знаю, в общем, что он там еще, где, куда. Вот аллергическое, потому что как бы заболеть, но ну, вот так вот. Его нос ночью как-то подзаложило. С утра подхрюкивает, вот это все здесь собралось. Какая-то зараза. Я почистила все. Но пока антигистамин не давала, то по вибрациям закапала, потому что так-то все хорошо. Надеюсь, посмотрим все занятия. И надо будет сейчас мне купить антигистаминку ему каплю. Мне нравится, я ему даю именно просто, чтобы он пропивал, чтобы в горле отек снимал. Неплохо получается. Еще одно лекарство я видела. Ну, девочки рекомендовали. Я никогда не пользовалась. Я в основном сразу начинаю ему полидексой. Снимаю отек. Вот. Но пока не хочу сегодня сразу начинать. Нашла другое лекарство, не знаю, без. Антибиотика, чтобы. Вот так. Я тоже уже замучилась всю ночь. К нему бегала, бегала там. То он перевел на то, что не может спать. Задыхается, просыпается. Крутится, выворачивается, переворачивается, обратно не может задыхать. Потом в итоге я уже так легла ему под бок, подперла его, чтобы уже и он не трогался. И чтобы мне хоть поспать. Часов, наверное, с 6 утра. 2 часа поспали, 8 уже встали. Так, ладно. Мы пока гребем. Чую я, что будем долго грести. Ладно, мы дошли до остановки, правда уже пол Калуги прошли, но дома мы не успеваем, нам еще где-то мне полчаса идти. Дороги ужасные. Вот смысл, да. Здесь они получше. Мы сейчас опоздаем, но минут на 10. 25 минут. Это, хотя бы 5-10 опоздаешь, а да. Так ты сейчас опоздаешь. Ого-го, потому что мы самый тяжелый путь прошли. Ага. Сейчас, конечно, полегче, и там будет тяжело. Но все равно, но мало ли, это но там здесь... тебе круг еще обходить, это целый, поэтому в то же время. Там вот что-то идет какое-то, чапает, двигается, а там уже... Перемещается что-то. Мы сели. Все нормально, успеваем, все хорошо. А куда вы собрался? Куда садиться или пробивать? А я не знаю, что он собрался. Куда собрался? Что-то пробивается? Он еще не решил, главное подергаться. Подергаться? А там уже... Так, мы пришли на прямой эфир. Нормально пойдет. Друг друга сфотографировали. Папа нарко, мама попьет. Сейчас кофе закажется. Еще не заказал кофе? Ну, закажется, я имею в виду. Пока приготовится, да. Мы одеваемся. Спасибо. Мамочки хорошие. Спасибо. Классно. Это Валентин. 14-е, это я и забыл, я две святого Валентина. Блин, молодцы. Все так, равно. Спасибо. Нет, это огромное. Лишний раз, правильно.
праздник, да. Сделать что-то надо, завязывай, развязывай. Потом мама посмотрит, какой ну, секрет там то. Я с Машей клеил сердечки. А. Спасибо. Это мы забираем? Это вообще забираете. Спасибо. Я хотела, зашла за влажными салфетками, чтобы вытереть лицо Ярослава для фото красиво. Ага. Да, здесь мне кажется. У меня влажных салфеток тут под рукой нет. Чтобы Ярослав красиво был. Кому что подаришь, да? Кому что, распределишь сам. Держи, Яр, держи, оживай. Яра, говорит, снимай, как я выхожу. Как тебя вывозят на коляске. Ну куда пошли, Яра? Подожди, сейчас я шарф одену. Еще ноги поправить. Нога, он уехал у тебя. Где она? Капусту надели, одели. Всего, замуровали. Ну, будь здоров. И расти больше. Да, мы одеваемся. Ну, какой-то ажиотаж. Тут народу столько. Мы уже время столько потеряли. Да, мы время пока одних обсуждают других. Там же надо подобрать. Ну, Яра там отбивался. Тат остался без шапки, потому что свою шапку отдает маме. Ну, как всегда. А мама... Оля, мама хочет остаться с чистой шапкой, а мама не поедет. Не знаю, да. Все, все хорошо. Ускорился, чтобы... Ну, я не знаю, там какой вес сейчас на себе тащит. Потому что надо быстро, там народу. Я не знаю, что, как будет вообще это занятие. И мы уже 5 минут потеряли времени. Яр еще не знаю, видно, вот это сейчас у него то, что... Я так понимаю, вчера бабуля сырки и мед. В общем, наглотал все подряд, и сейчас у него идет отек. Опять. Как только отекает, там все. Пипец. Да. Я в Андреев шапку, прикол, хотите, лыжи не взяли. Там такой вообще затас, я не знаю, откуда это народ. Откуда они приехали, они все вроде новенькие. Все первый раз, с детей куча, колясками, маленькими детьми, грудниками. Все орут, пищат, одевают, шапок нету. Где взрослых шлемы все разобрали. И я забыла лыжи. Он давит на мне дам, мне кажется. Потому что лыж не было. Сейчас бегу обратно за лыжами. Мне шапка вообще не подходит. Все, мы начали. Правда, народу. Ну ладно, ничего. Главное. Угу. Съемки это все. Папа бобер вон там уже. Холодно, однако. Ходишь, танцуешь. Это чудо. Сейчас без шапки. Ну, шапку он мне дал, я ему давай хотя бы я тебе шапку дам. Капюшон одевай. Капюшон он не может одевать. Потом будет сопли жевать, плакать и говорить, что у него... Так, ты где? Это не ты, это не мой муж. Вот он, мой муж. Я на другого мужика показываю. Говорю, глаза-то плохо видят. Смотрю на другого мужика, говорю, что типа вот этот... И что, доказывает, что это твой муж, что ли? Что мужик там стоит, думаю, потом сейчас он, говорю, потом будет плакать, что он без шапки. А это, кажется, вот он здесь. Бобер, одевай капюшон. Дай тебе шапку.
Ну, я рано катался, хоть, правда, на сегодня покороче занятия, но их слишком много. Очень, посмотрите, для этой горочки склона. Я так понимаю, Москва приехала. Ну да. Потому что, то есть, они явно, у них и костюмчики Москва, и поведение Москва такое, знаете, типа, и фоткаются бесконечно, тоже как мы. Наши калужки здесь такими делами не занимаются. И типа недовольны где-то что-то какими-то. О, поехали на ватрушках. Супер, да, на ватрушках? Надо, как я Андрею говорю, надо как-нибудь ватрушки. Ты сам давай. Сам. Супер. Молодец, все, спой. Сейчас я. Класс! Класс! Давай! Ну! Давай, поехали! Во! Ой, я! Не проседай, Мил. Не проседай. Встань на ноги. Теперь сам попробуй. Давай.
вдруг подводить. Давай. Да, все, можно сначала, только надо... В принципе, ничего не изменит. Давай, ногами. Ходи поближе к этому. Посмотри, когда больше контроль ногами. Да. Вот, и ниже ногами стал круче. Нет, ты шагай, Яр. Вот. Подожди, сначала держись. Нет, ты не приседай, шагай. Пойдем. Так, у нас сейчас машина, мы ждем. Андрей отодвинул вот эти штучки. Закрыл сейчас обратно. Мы когда приходили, он... Пустили? Не знаю. Где сладкий собакен такой? Где такой сладкий собакен? Меня увидела тут. Где бы сладкий собакен? Где бы зимой сладкий мой собакен? Ну, кусаться затем сразу. Зим сразу кусаться, Сим. Так лежит сладко. Ну, не надо кусать, Сим, ну больно. Ну, реально больно. Моя собакена вкусная. Собакена моя сладкая. Ты моешься после меня? Ты после игр со мной моешься? Ты моешься после игр со мной? Ой, ты мой. Собакен мой самый сладкий. Мой собакен самый красивый. Сим, ну больно кусаешься. Сим, ну больно кусаешься. Сим. Сима очень больно кусается. Она сразу... Я только что ее затискала, она теперь она злится на меня. Злится зачем на меня, кошка? Кошка, зачем на меня злится? Кошка, зачем на меня злится? Кошка на меня злится. Ладно, все. Я в старой куртке, в шапке старой. Хорошо, хоть я из перчатки взяла. Сейчас надо будет одеть. Все по карману. Куртка короткая. Андрей говорит, ну, жопа большая, выросла. Но все в стирку пошло, потому что... Потому что... Ярослав меня... Это в топосе, в машине получилось. Но чтобы машину не испачкать, приходится жертвовать своим телом, своей одеждой, грубо говоря. Вот. Я вышла. Хочу сейчас, короче говоря, все-таки сопли есть сопли. Они все равно, я не знаю, в каком они будут количестве и качестве, но есть. Температура вроде бы была 37, но быстрее всего температура 37 была, потому что он не пил, еще его, ну, вырвало. Я так думаю, что просто на фоне этого всего и температурка такая 37 была. Но он поел, попил. Еще попил, в общем, как-то сейчас 36,6. Ну, не знаю пока, в общем, держу руку на пульсе. Но в основном, когда у него такие с соплями, то температура бывает не часто такая, невысокая. Надеюсь, опять так же будет, посмотрим. Думаю, что вообще, возможно, это связано все-таки с массажами. Как только мы начинаем двигаться, все это раздвигать, продвигать, массажировать, и от этого начинается, конечно, движение. О-хо-хо. Уже с непривычки. То я всегда... Вроде тут у меня та куртка, она у меня полегче по качеству. Но она длиннее.
Я уже, наверное, привыкла, что длинная. Сейчас прям чувствуется попа. Холодно. С непривычки брюки одни. Без колготок, без ничего. Вот. Но смысл в чем, что я сейчас вышла в аптеку, пойду куплю. Наверное, как он, афлобин, да? Я все время теряю, путаю афлобины. Альбуцит. Альбумин, нет, альбуцит. Вот. До носа. И антигистаминку я еще ему не давала, потому что тоже надо дать. Но мы уезжали, ездили на лыжи, пока пришли, он поел, позанимались еще логопедом, потом вот немножко отдохнули, поели. Я просто что-то, мне как-то нога почему-то опять начала болеть. Вот. Я просто полежала чуточку, почитала там по своим делам. Приходится очень много сейчас как-то времени, все равно в интернете приходится сидеть. Хочешь, не хочешь, так, заодно перчатки не выбросить. Мусорку так не выбросила. Уже хорошо. Вот, и поэтому сейчас только пошла в аптеку. Заказала еще в аптеке препараты. Сейчас пойду выкуплю. Я зашла в Пятерочку. Курицу взяла. Почему здесь все по чуть-чуть. Мяфли взяла. Яра иногда просит кушать. А у нас они закончились. Смотрю, Яра звонит. Я не могу дышать. А до этого тоже что-то он прикольное такое высказал всем. И что-то Андрей спросил, как будто бы, а он ему отвечает, он говорит, ну все, теперь ты заговорил, теперь все выдаешь информацию, типа все выкладывает, все рассказываешь. Ну это да, в принципе, он сейчас выдает. По поводу, немножко, я так понимаю, получилось непонятно, по поводу типа того, что Яра там с Андреем ругаются из-за чего. И типа я, что я на стороне, я не на стороне Яры. Я просто потом как-нибудь отдельным видео, может быть, или как-то более подробно сяду, объясню. Многие меня просто не поняли, что я имела в виду. Там немножко ситуация по-другому разворачивается. И как бы, как объяснить, если... То есть твердость, а потом-то и дело, что Андрей не проявляет твердость. Он сначала говорит нет, а потом начинает вроде как типа... Я просто не хочу много так говорить. Понятно, что Яра тоже иногда смотрит видео наши. И про него я не хочу это все обсуждать. Про него. Вот. Но... То есть, если я говорю о том-то и дело, что если идет наказание, я считаю, что если мы наказали, значит, мы стоим до конца. Мы объясняем, говорим, но мы стоим до конца. И не идем на поводу. Андрей начинает сливать. Наоборот, где-то он начинает типа давать ему этот телефон. Тут типа поорал, Андрей поорал, Андрей ему отдал телефон, и на этом закончилось. Я Яру уже знаю, он заранее начинает орать, знает, что Андрей все равно ему все отдаст и даст возможность ему баловаться, играться. Поэтому можно не слушаться и не... То есть если у меня, ну, когда я одна дома, у меня это четко, пока ты не сделаешь уроки. Если я не могла пока это контролировать ситуацию, то мне приходилось, я просто убирала из зоны его видимости телефон. Андрей оставляет телефон на видном месте, меняла это освещение, а потом начинает, то есть не объясняя ситуацию, просто начинает как взрываться на Ярослава и не объясняя ничего просто, да? Типа обижаться, бросать, но не настаивать до конца. То есть все равно по итогу Андрей отдает ему телефон, в том-то весь прикол. Покричав, он просто ему отдает. Ну, как бы так, потом, может, как-то подробнее объясню.